Я Анна Намойлик, научный сотрудник музея-заповедника Херсонес-Таврический. Моя область исследования – это греческие надписи, которые находят при раскопках древнего города. Сейчас я буду говорить о языке и письменности древних греков на примере надписей античного Херсонеса. Херсонес основали греки из Гераклеи Понтийской, города, располагавшегося на южном берегу Черного моря. А сама Гераклея была колонией Мегар, которые находились примерно в 40 километрах от Афин, то есть в материковой Греции. Связи с покинутой родиной, не только торговые, но и духовные, потомки колонистов сохраняли веками. Греческий народ не был однородным. Он делился на несколько племен, отличавшихся по языку. Жители Херсонеса говорили на дарийской разновидности древнегреческого языка. Примечательной особенностью дарийских диалектов является сохранение древних архаических языковых черт, своего рода языковой консерватизм. Приведу простой пример. Слово «мать», которое во всех индоевропейских языках звучит примерно одинаково, дарийцы произносили с исконным долгим гласным «а» и писали его вот так. Матер. Вот здесь произносился долгий «а». В то время как ионийцы, представители другого греческого племени, видоизменили этот исконный гласный и произносили в этом месте долгий «э» и писали это слово таким образом. Метер. Вот здесь звучал долгий звук «э». Что касается русского языка, то мы сохранили исконный звук, но утратили его долготу. Жители Херсонеса называли свой город по-гречески «Херсонасос». «Херсос» означает «суша», а «насос» означает «остров», все вместе слово «полуостров». В эпоху эллинизма, в III-II веках до новой эры, древнегреческий язык стал постепенно терять свои диалектные особенности. И в обиход вошло так называемое ионийское «кайне» – общегреческий язык, сложившийся на основе ионийских диалектов. Но херсонеситы были истинными дарийцами и отличались особым консерватизмом. И когда уже вся Греция давно говорила на ионийском наречии, здесь, в Херсонесе, на краю греческой ойкумены, продолжали сохраняться черты древнего дарийского диалекта. Он окончательно исчезает из надписи Херсонеса только в конце II века новой эры. Тогда-то и стало общеупотребительным более привычное нам название «Херсонесос» с измененной на ионийский манер огласовкой «э». Древнегреческий язык относится к индоевропейской языковой семье, в которую входят такие группы, как романская, германская, славянская, балтийская, индийская, иранская и другие. На сегодняшний день греческая группа языков – одна из самых своеобразных и малочисленных. Единственный представитель группы – новогреческий язык, хотя и является наследником своего великого предка, но все же очень сильно упростился в грамматике, изменился в произношении и словарном запасе, в том числе в результате длительного периода турецкого владычества. В древнегреческом языке, в отличие от новогреческого, использовались долгие и краткие гласные звуки, а ударение было музыкальным. Это означает, что ударный слог отличался от остальных повышением тона, причем тон мог быть восходящий, нисходящий и восходящий, нисходящий. Кроме того, в древнегреческом языке использовались
придыхательные согласные, отображавшиеся на письме буквами тета, фи и хи. Об этом мы можем судить по передаче этих звуков в латинских словах. Например, римляне заимствовали у греков слово «театр», по-гречески «тхеатрон». И писали его как «театрум». Передавая первый звук двумя символами. Это означает, что вот здесь в начале слова греки произносили придыхательный звук, который звучал примерно как «тх», что и передавали римляне латинским алфавитом. В качестве примера для буквы «фи» возьмем слово «философия», по-гречески «философия». По латыни практически так же «философия». В двух случаях буква «фи» передается по латыни двумя символами – «пх», то есть «п» с придыханием. В качестве примера для буквы «хи» возьмем слово «христос». В классическом древнегреческом языке это причастие от глагола «хрио» – «мазать». И «Христос» буквально означает «намазанный». Ну а в христианском контексте это слово получило значение «помазанник Божий». В латинской передаче слово выглядит так – «Христус». Первый звук передается двумя символами – «к», «х», то есть «к» с придыханием. Шло время, и латинские слова заимствовались в европейские языки. Я напишу те же самые слова, к примеру, по-английски. Theater, philosophy, и Christ. Вот эти современные написания – это не что иное, как отражение придыхательных согласных мертвого древнегреческого языка. И все же мы доподлинно не знаем, как именно произносили звуки древние греки. Ведь живых носителей языка давно нет, а звукозаписывающее устройство в те времена еще не изобрели. Однако у нас есть ценный источник, который помогает, если не услышать, то хотя бы прочесть слова давно исчезнувшего языка. Это надписи. Алфавит, которым они написаны, произошел от северосемитского или финикийского алфавита. Вероятно, его заимствовали греки-торговцы, часто бывавшие на сирийских берегах. Сначала этот алфавит использовали в зоне греко-финикийской торговли, а затем он распространился на другие части Эллады. Однако греческий алфавит не был простой копией финикийского. Языки греков и финикийцев сильно отличались, и грекам пришлось немало потрудиться, чтобы приспособить чужое письмо к своему языку. Дело в том, что в финикийском письме отсутствовали знаки для гласных звуков. Такое письмо передавало смысл сообщения, игнорируя при этом его точное звучание. Греки первыми придумали знаки для гласных, тем самым решив самую существенную задачу – научились точно передавать звучание произнесенного слова. По сути дела,
они сделали последний шаг во всей многовековой истории развития письма. И с тех пор до наших дней во внутренней структуре письма не произошло практически ничего нового. Сначала греки, как и финикийцы, писали справа налево. Потом, в течение некоторого времени, в ходу был такой своеобразный способ письма, когда первая строка писалась слева направо, вторая строка справа налево, третья снова слева направо и так далее. Вот эта линия напоминает траекторию хода быка с плугом и потому получила название бустрофедон от бус – бык и стрефо – поворачивать. Интересно, что при смене направления письма буквы отображались зеркально. Я условно напишу таким образом по-русски слово «херсонес» в две строки. Вот это выглядит примерно так. Первую строку я пишу нормально, а во второй буквы отображаю зеркально. Пожалуй, единственным преимуществом такого способа письма является то, что не нужно каждый раз возвращаться к началу строки. Но в целом так писать, конечно, было не очень удобно, и греки стали писать слева направо. Если мы посмотрим на надписи, то увидим, что древнегреческому письму по сравнению с современным все же недостает некоторых мелочей. Отсутствуют пробелы между словами, не различаются заглавные и строчные буквы, нет знаков пунктуации. Прочесть такие тексты непросто. Этим занимаются специальные люди – эпиграфисты. Эпиграфист обязан ориентироваться в разных областях знаний. Во-первых, знать язык, в том числе его диалектные особенности. Во-вторых, разбираться в археологии, поскольку такие надписи существуют не как некие абстрактные тексты, напечатанные в книгах, но нанесены на разные конкретные предметы из разных археологических контекстов. Кроме того, эпиграфист должен разбираться в особенностях шрифта, потому что с течением времени формы букв существенно менялись. Самые монументальные греческие надписи вырезаны на камне. В Херсонесе это были постановления народного собрания, подписи на постаментах статуй знаменитых людей, почетные надписи в честь выдающихся деятелей, посвятительные надписи в честь богов. Государственные постановления выставляли на главной городской площади, Агоре, которая в Херсонесе, скорее всего, располагалась в районе современного Владимирского собора. Наиболее знаменитым эпиграфическим памятником Херсонеса является мраморная стела с гражданской присягой херсонеситов. Присяга содержит клятву оберегать демократический строй, не злоумышлять против города и граждан, сообщать властям о готовящихся заговорах. Текст звучит следующим образом. «Клянусь Зевсом, Геей, Гелиосом, Девой, богами и богинями олимпийскими, героями, владеющими городом, территорией и укрепленными пунктами херсонеситов. Я буду единомышлен о спасении города и государства и не предам Херсонеса, Киркинетиды, прекрасной гавани
и прочих укрепленных пунктов и территорий, которые херсонеситы управляют или управляли. Ничего никому, ни эллину, ни варвару, но буду оберегать все это для херсонесского народа. Я не буду ниспровергать демократический строй и не позволю этого предающему и ниспровергающему». Текст заканчивается проклятием в адрес тех, кто нарушит клятву. Сейчас я не буду останавливаться на историческом комментарии надписи, поскольку это тема совсем другой беседы, но обращу внимание на языковые особенности надписи. Уже в первой строке есть формы дарийского диалекта. «Клянусь Зевсом, Геей, Гелиосом». Слова «Гея» и «Гелиос» вошли в русский язык в ионийской огласовке «э», в то время как дарийцы произносили их с исконным звуком «а». Я покажу эти слова на стеле. Вот слово «земля» по-дарийски «га», «гея». «Н» — это окончание винительного падежа. А вот слово «гелиос», «алион» по-дарийски. В греческом алфавите не было знака для обозначения начального придыхательного «х», поэтому читается «халион», а пишется «алион». Слово «демократия» греки-дарийцы тоже произносили с гласным «а». Вот оно, это слово «дамократия». Эта надпись является прекрасным образцом раннеэллинистического шрифта. Посмотрите, высота и ширина букв примерно одинаковы, они как бы квадратные. Некоторые буквы меньше остальных, омикрон и омега, а другие чуть-чуть больше. Этим достигается определенная ритмичность шрифта. А теперь посмотрим на надпись, вырезанную 400 столетиями позже. Буквы здесь одинаковой высоты, причем высота больше ширины. Шрифт монотонный. Изменились формы букв, появились лигатурные, то есть слитные написания. Внутрь текста резчик поместил орнаментальные детали в виде листов плюща, которые одновременно выполняли функцию пунктуационных знаков. Конечно, разобраться в этих мелочах неподготовленному человеку сложно и даже невозможно. Почему я обращаю на них внимание? Дело в том, что во многих случаях анализ особенностей шрифта – это единственный способ определить время, когда была написана надпись. Начало этого текста читается так: «Проэдрой херсонасейтан тапо титаурика эйпан». Интересно, что резчик допустил в самой первой строке ошибку и не вырезал букву «ню» в артикле. Это означает «проэдры херсонеситов, которые в Таврике предложили». И далее следует постановление с предложением даровать проксинию человеку по имени Папий, жителю Гераклеи, митрополии Херсонеса. Такой документ, по-гречески «проксиния», давал право гражданину одного греческого полиса получить на официальном уровне гостеприимный прием в другом греческом полисе. Можно сказать, что это ранняя форма дипломатических отношений между государствами. Изготовление такой стелы требовало немалых временных и денежных затрат. Сначала каменотес в каменоломне должен был вырезать блок каменный, потом обработать его и отполировать до гладкости, затем доставить в мастерскую резчика. Постановление Народного собрания, которое предполагалось вырезать на камне, сначала по итогам заседания
записывали на папирусе или на покрытых воском деревянных табличках. Копию такого документа отдавали в мастерскую резчика. Там плиту расчерчивали линейками, чтобы буквы по строкам шли ровно, и предварительно наносили сами буквы краской, мелом или углем. И только тогда резчик приступал к нанесению надписи. Грамотность среди греков была распространена не только в высших кругах. Простые люди тоже умели писать и читать. Для письма они использовали тот материал, который находился у них под рукой. Например, черепки разбитых сосудов. Надписи на них процарапывали при помощи острого инструмента – ножа или шила. Такие процарапанные надписи называются граффити, от итальянского «графиаре» – «царапать». Интересно, что однокоренной греческий глагол «графо» в первую очередь означал «царапать», «чертить», а уже потом «писать». Это говорит о том, что первоначальным способом письма было именно процарапывание. Черепки с надписями могли служить, например, бюллетенями для голосования. На них писали имена кандидатов на те или иные должности. Такие граффити есть в нашей экспозиции. Черепки с граффити служили также бирками, этикетками для товаров. На фрагментах керамики писали даже целые тексты писем. У меня в руках фрагмент такого письма. Здесь сохранилось 4 строки текста, буквы прочерчены неглубоко, немного небрежно, видны плохо, и предстоит еще большая работа, чтобы восстановить смысл этого послания. На целых сосудах греки очень часто писали свои имена, обозначая таким образом, что вещь находится в их собственности. Однако находки целых сосудов очень редки, и эпиграфисту все равно приходится иметь дело с черепками, к тому же не самой лучшей сохранности. К примеру, этот фрагмент сильно пострадал от нахождения в земле, хотя надпись сохранилась целиком и читается вполне хорошо. Это родительный падеж мужского имени Гераклит, читается Херакледа. Надпись означала, что этот сосуд принадлежал Гераклиду. Когда-то это был красивый чернолаковый килик, двуручный сосуд для питья с резным орнаментом внутри. Он был изготовлен в Аттике, то есть в Греции, во второй половине V века до новой эры и привезен морским путем сюда, в Херсонес. Некоторые сосуды посвящали богам. К примеру, на фрагменте венчика вот этого конфара сохранилось посвящение Зевсу Спасителю. От имени Зевса здесь только 2 буквы окончания, зато эпиклеза, то есть прозвище Сатер, сохранилось целиком. Зевс Спаситель входил в число тех божеств, которым было принято посвящать первую чашу во время пира. А вот на этом более позднем конфаре процарапано посвящение богу виноделия Дионису. Пострадала только первая и последняя буква. Надпись читается целиком Дионису. Возможно, на несохранившейся части сосуда было указано имя посвятителя. Но, к сожалению, мы этого не знаем. Такие сосуды приносили в дар в святилище, либо хранили дома и совершали из них ритуальные возлияния. А вот на этой чаше поставила свой автограф женщина по имени Ксено. Здесь представлен родительный падеж ее имени – Ксенус, а рядом приписаны 3 буквы Хера. Скорее всего, это посвящение Гере от женщины по имени Ксено.
В отличие от надписей на камне, граффити писались простыми людьми, и потому они не были скованы официальными канонами. Их шрифт более подвергался изменениям, впитывая новые веяния эпохи. Вот в этих надписях II и III веков до новой эры уже хорошо заметны черты скорописи. Буквы имеют изогнутые очертания. А, к примеру, сигма, вот она здесь и здесь, выглядит так же, как наша «С», в то время как в более ранних надписях, например, в этой, она еще имеет вот такой вид из четырех линий. Надписи могли наносить при помощи краски. Такие надписи называются дипинти. Как правило, это были торговые метки на амфорах, которые сообщали информацию о содержимом сосуда: название, происхождение, характеристики, объем, время розлива и так далее. На амфорах мы видим и надписи иного рода. Это клейма, выполненные штампами. Вот это тоже клейма на амфорах, только на фрагментах сосудов. Это клеймо на синопской амфоре, на фасосской и на херсонесской. Обычно в клеймах указывали имя чиновника, контролировавшего амфорное производство, а также в некоторых случаях имя владельца керамической мастерской, где был изготовлен сосуд. Случаи находок штампов для клеймения чрезвычайно редки, поскольку, по сути, они являлись государственными печатями и подлежали уничтожению после окончания срока службы чиновника. Известно только, что обычно их делали из глины или из дерева. В прошлом году в Херсонесе был обнаружен уникальный халцедоновый штамп с надписью «Астеномунтас Хераклею», то есть «При Астеноме Гераклии». Астеном – это один из чиновников Херсонеса. Однако не найдено ни одного клейма, оттиснутого этим штампом. Скорее всего, он предназначался не для клеймения амфор, а для более важных задач, для опечатывания переписки или заверения документов. Другим распространенным материалом для письма был металл, а именно свинец. Он прочный, но в то же время мягкий и пластичный. На нем можно довольно легко писать заостренной палочкой. На тонких свинцовых пластинках писали письма, сворачивали их в трубочку или складывали, а затем с оказией отправляли адресату. Именно на свинце было принято писать проклятие. Этот тяжелый, холодный, синевато-серый металл считался у суеверных греков зловещим элементом, связанным с царством мертвых, и его активно использовали в области магии. Проклятие, написанное на свинцовой пластинке, нужно было свернуть в трубочку и проколоть гвоздями, а потом бросить в колодец или закопать на кладбище, желательно в могиле. С кладбищем, а по-гречески некрополем, связаны и надписи на погребальных урнах с прахом умерших. В Херсонесе наряду с обрядом трупоположения практиковался обряд трупосожжения. Эта урна стояла в одной из ниш семейного склепа, расположенного у оборонительных стен Херсонеса. Вместе с пережженными костями здесь были найдены золотые украшения с гранатовыми и сердоликовыми вставками, бронзовое зеркало, серебряный наперсток, бусы, монеты и другие вещи. На урне вырезана надпись:
которая по-гречески читается так – «Аилиас Лаодикес». Это два женских имени, одно римское, другое греческое, и принадлежали они одной женщине. Такое сочетание имен по римской моде свидетельствует о том, что она получила права римского гражданства. Я покажу еще одну надпись на металле, на этот раз на бронзе. Это поясная пряжка, на язычке которой выполнена надпись в пунсонной технике. Буквы здесь выполнены не при помощи линий, но при помощи точек. Формы дарийского диалекта свидетельствуют о том, что надпись, скорее всего, была выполнена в Херсонесе не позднее 2 века новой эры. На этом я завершу краткий обзор памятников древнегреческой письменности, хранящихся в Херсонесском музее. Мне удалось проиллюстрировать лишь часть разновидностей и способов письма, известных местным грекам. К сожалению, не все материалы выдерживают испытания временем так же хорошо, как камень, керамика или металл. Такие широко применявшиеся в древности для письма материалы, как папирус и покрытые воском деревянные таблички, в нашей почве попросту не сохраняются. На примере памятников письменности Херсонеса подтверждается одна известная истина, что письмо является величайшей культурной ценностью человечества. В отличие от других способов передачи информации, будь то устная речь или язык жестов, только написанное слово способно преодолеть и время, и пространство.